хвост держишь руками, то есть, в принципе, он его не то, что там как бы сильно его не крутит хвост. Нормально. Просто его, он начинает поворачивать, просто рычажком маленько. Вправо, влево, вправо, влево. Нет, но его устойчиво тянет в одну сторону. Его вообще не тянет. Его не тянет. Я его подвешивал, практически я отпускал вообще стеку. Вы же видели все, что он практически висел. А когда начинаешь. Он нормально висит. Просто он резко как бы вперед и резко назад, вбок, вправо. То есть у него такие вот тупые резкие реакции. Вот что плохо. Расходы, если уменьшить, это будет еще. Я думаю, плавнее будет, но думаю, будет хуже. Поэтому вот в чем фишка. Когда вот его управлял Александр, ему, конечно, у него во все стороны тянет. Потому что он раз в одну сторону, он по вертолет рвется туда, он его компенсирует, они у него начинают. У него просто душа широкая, да. Поэтому у него во все стороны. Да, а я его не рвал сильно, и вот он, получается, и висел. Поэтому я, честно скажу, будет висеть, но просто что надо очень аккуратно работать с этими стиками. Вот такой совет от Романа Александровича. Да.